Жилет – это вещь-путешественница и вещь-эпоха. Жилеты знали во многих странах мира, в том числе в Европе, на Кавказе и в Русской Сибири. В средние века жилеты носили торговцы и актеры, потом полюбили аристократы. Жилет – часть национальных, повседневных и деловых костюмов. Или вот жилетка. Тоже хитрая штука. Не тот цвет и уже проиграл. Симпатии нету. Что-что? Ну, не тот парад на лице. Меховые жилеты – отдельный разговор. Безрукавка на меху модна и красива, в ней всегда тепло и уютно. Жилет из натуральной овчины понравится всем, кто ценит свое здоровье. Она приятно согревает и даже лечит. Натуральная шерсть гипоаллергенна, не впитывает грязь и пыль, держит форму и отлично носится. Меховой жилет из овчины подойдет и мужчинам, и представительницам прекрасного пола. Он защитит от сквозняков и при этом не стеснит и не помешает движениям. Ведь безрукавка потому так и называется, что оставляет свободными руки. Белый цвет придаст дополнительную нарядность и изящество. Да чего ж я хороша? Дубленый меховой жилет вы найдете в магазинах «Гарнизон». Гибкие скидки, акции и всегда только лучшее сочетание цены и качества для вашего комфорта. «Гарнизон» – стильные магазины для вас.